Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня хотелось бы вам рассказать о двух сортах томатов, раннеспелых, и это просто замечательные черри-томаты и для свежего потребления, и для консервации. В принципе, они тоже очень прекрасно подходят. Данные томаты достаточно высокие, и их можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Массой они где-то 10-15 граммов. Если мы говорим о томате красные бусы, то их в кисти около 50-70 штук. Это просто огромное количество. Но, конечно, для такого количества томатов все-таки нужно соблюдать еженедельные буквально подкормки. То есть мы должны очень качественно подкармливать наши томаты, чтобы они такое количество плодов смогли завязать и налить, как бы вот, чтобы плоды у нас налились. То есть данные томаты достаточно высокорослые. Красные бусы у нас 150-170 сантиметров, а вишневая гроздь, это у нас идет смесь томатов, вишенка красная, розовая, черная и желтая, где-то у нас около 2 метров. То есть очень высокие томаты, и для теплицы они просто, ну, прекрасно подходят. Самое главное, что они очень сладкие, то есть мы их можем использовать как для свежего потребления, то есть в салатах для лета это просто прекрасно, да и просто сладкий томат с сахаром или без съесть, это очень-очень-очень прекрасно в летнее время. Данные томаты также можно высадить и в открытый грунт. То есть, если для теплицы мы можем посадить данные томаты пораньше, где-то в середине марта, то для открытого грунта мы можем с вами припоздниться и посадить их где-то в начале апреля. Высадить уже в открытый грунт их в конце мая или в начале июня, чтобы уже точно никакие возвратные заморозки не помешали получить нам замечательный урожай. И тем самым где-то в конце июля уже отдельные томаты будут поспевать, а в конце августа мы должны просто собрать огромный урожай прекрасных, замечательных, спелых черри-томатов. Разве это не сказка? Это просто замечательно. Здесь у нас представлена смесь томатов вишневая гроздь. То есть она включает в себя вишенку красную, вишенку желтую, черную и розовую. В принципе, вы можете приобрести какой-то один оттенок. То есть те, которые томаты вам больше нравятся, можете приобрести именно их. Также хотелось бы рассказать и про еще один замечательный томат. Это томат «Большая мамочка». Это ранний, низкорослый, мясистый томат 220-340 граммов по массе. Сердцевидные плоды порадуют вас. Очень сладкого вкуса. Прекрасны как в свежем виде, так и для тех, кто любит томатный сок. Не требует какого-то особого ухода. Прекрасно себя чувствует и в теплице, и в открытом грунте. Нетребовательные томаты – прекрасная находка для нас, дачников, садоводов и огородников. Ну а всем тем, кому понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите почаще в гости и пока-пока, до новых встреч!